Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 февраля. День Алексея. Назван в честь святого отца Алексея, митрополита Московского и всей Руси чудотворца. Сегодня выносили на мороз зерно, предназначенное для посева. Такая закалка семян растений давала лучший урожай. Кстати, и вы можете семена перед посадкой вынести и подержать, как это рекомендовали наши предки. В старину знахари старались сегодня лечить испуг. И если человек испугался очень сильно, исцеляли его особыми способами, иначе он впоследствии заболеет. Для этого применяли разные магические ритуалы и заговоры. Примета. Туманы на Алексеев день к дождливому лету. Если сегодня вьюга, лето будет дождливым. На небе звезды к богатому урожаю. Сосульки длинные к хорошему урожаю овощей. Ручьи потекли, рыба будет хорошо ловиться. Сегодня не рекомендуют начинать новые дела, а также поездки, потому что все будет напрасно. На Алексея снятся вещи и сны. Если приснились рукавицы, жди незваного гостя. Квас – возможен обмен. Орехи и семечки – к мелким неприятностям. Обезьяны – возможен необдуманный поступок. Двадцать первые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени, поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума.